Здоров. Сейчас, секунду. Настройку еще. Во. Все, теперь можно. Итак. Что нам нужно сделать? Лезем в задание, вспоминаем. Основная закатная крепость. Два основных и два посредственных. Давай три охотника. Им нужно расплатиться с торговцем за боеприпасы. Ну, 1416 шагов. Рано или поздно мы туда попадем. О, это, кстати, нот. Искры вылетают в кустах, да? Загнал кусты, чтобы никто не видел. И все было хорошо. Это палки. Палки мне нужны. Потому что я сейчас чего реально. Вот палки и кончились. Мне кажется, что я больше потратил сейчас на этого индюка. Потратил больше, чем палок собрал. Вот же дешевая. Так, вот это вот мы. Нужно больше палок. Нужно больше палок. Больше палок. Вот здесь вот вдоль этого пойдем. 1400 шагов. Что я хочу сказать? Я не знаю. Возможно, вы думаете по-другому. Но мне кажется, что... О, я вижу костер. Вышли на дорогу. Это же дорога? Да, похоже на дорогу. Что ж, окей. Пойдем по этой дороге. Мимо двух костров. Сколько татлы аджи. Татлы. Промазывать по зайке. Тут у него явно что-то есть. Кость кролика. Мне точно нужна. Предметы. Ресурсы. Что-то вот это вот продать можно за полцены, да? Талисман. Курка, да? Кость кролика. Жирное мясо пока не интересует. Уже. Так, а если залезть в изготовление и попасть в вместимость, мы можем узнать, что нам нужно еще кость кролика. Кожа гуся. И крыса. Шкура енота. Ладно. Типа на самом деле еще есть на что охотиться тут. Тю-рю-ту-ту-ру-ту-ту.
Кто сейчас сказал, что страшный звук какой-то был? Здорово, мужики. Это я. Так, сохранюсь. А то знаем мы, как это бывает. Знаем, как это бывает. Так. Давай посмотрим. Вот сюда. И что мы имеем? А мы имеем... О, это лошади. В лошадях все будет явно быстрее. На тебе, вставил. И дальше поедем на лошади. Теперь у меня есть конь. Я его получил. И... Не догнал. Гоняющий падальщик. Давай, давай, быстрее, конечно. Ты же должна быть быстрая. А ты и не быстрая ни разу. А, просто одну размотал. На пути стоял. Выбираем левую развилку. Выбираем правую развилку. Чин на наши лошади на голову. О, вот сюда поворачиваем. И поворачиваем направо. И налево. И направо. Быстрее. Быстрее. И вот сюда. Вот я там попал, по кому не помню. Сюда. Бил. Кря. Оп. Это было быстро. Странно, я думал, что было 1400 всего шагов. Хотя говорят 1500. А что нам? Стало идти больше, чем было? Ладно. Козуля лопа, скорее всего, бы снес на дерево. Ладно, не будем тебе сильно придираться. Давай, уходи от них всех. Бой сейчас не нужен. Кабан тоже беги. Кабан не убежал. Намокло. Вперед. Зону мужика тоже обойдем. Нет вопросов никаких. Оп. Пошли вот эту штуку. И погнали. О, это большая лошадь. Слушай, а путь-то недолгий и небезопасный. И если же не так, то пришлось бы очень сильно прятаться. Опять 1400 шагов. А знаете, как есть навигатор от одной желто-черно-белой компании, который, когда спрашиваешь, сколько расстояние до места, говорит тебе одно расстояние, а когда ты укладываешь путь, расстояние становится совсем другое. Я вообще ни о чем не интересен. Надеюсь, ты сломался. Тебя быстрая молния. Вообще на лошади четко работает. Пошел. Он нас туда гонит. Просто бежим и не паримся. Нечего с ними тут общаться. Ну, вероятно, ты справишься. А прикинь, сколько нужно было пройти, если бы это был другого, вопрос другого характера. Ну, типа, если бы ты должен был пробиваться пешком через эти все угодья. А они серьезно мешали, тебе приходилось бы как раз почищать себе путь в угол.
куда я пошел. Давай, 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 уходи отсюда, что ж ты делаешь? Тебя сейчас нападут и побьют. Если бы хотел с кем-то уйти биться, я бы взял потом. У них коня. Ну эти еще с луками своими сравнивают. Ладно. А мне так. Я почти в руку ранил, чтобы не наверняка. Раз уж много прошли и расчистили все зоны возле костра, думаю, можно сохраниться. Отлично. Погнали дальше. Я у тебя чем-то помог? Можешь начинать меня благодарить. Ну не хочешь, как хочешь. Ты просто посмотри, что там впереди. Просто посмотри. Раз, два, три, четыре, пять. Мне это не нужно. Смысла здесь все равно уже нет, потому что мне залезать наверх. Мне залезать наверх. Нужно ли это мне? Да, нужно. Лезем, радуемся жизни. Раз, два, три. Направо немножечко. Еще немножечко. Еще немножечко и готово. Очень полезные ресурсы. Блюк. Лишняя тяжесть. Лишняя. Это не вход. Сюда долго дальше. А, все налево вижу. Давно здесь просто не было. Нет. Зачем это нужно было делать, не понимаю. Типа, пока мышку не повернул. Ага, не хотела этого делать. Я думал, мне наверх, направо. А нет. Только вправо. И замедление. Как красиво. Еще немного. И если моргну, то веки смерзнутся. О, давно эту фразу слышал. Это потому, что я меня здесь давно не было. Если моргну, то веки смерзнутся. Хе-хе-хе. Раз. Два. Раз, два, три. И погнали вперед.
Не моргну, то веки свернутся. Так, а ну ж дорога. Как-то, наверное, сюда обозначен. О, палочки. Обожаю палочки. Обожаю палочки, палочки, удалочки. Что же это за палки такие? Раз, два, три, четыре, пять. Будем мы сюда бежать 215 шагов до территории, где мне Морген. Такие. И хорошо, что нас никто не ожидает. Типа 158 шагов. Костры горят, которые нельзя сохраниться. Хо-хо-хо. А так бежит. Замечательно. Вот, мы почти вышли. Бунда осталось 99 шагов до победы Аурея. Мира и гармонии тебе, друг. О, спасибо, друг мой. Тебе тоже мира и гармонии. А Джик? Бургриент, окупились твои вложения? Чё ты как, нормально, чувак? Большое спасибо. Ты знаешь, что эти трое чокнутых теперь называют себя шрамами Севера? Да. Ну, я получил детали. Теперь могу сам долги раздать. Хорошо. Так они ушли на юг? Да, ушли. Солнце, меня в доме солнце. Старина Тур, добытчик деталей. Или хотя бы у довольно способных. Ну, хорошо. Мы работаем с тем, что есть под рукой. Кстати говоря, в знак моей благодарности я получил от него самоцвет, три штуки, коробку с необыкновенной наградой. Так, раз уж мы здесь... Давайте посмотрим, что у нас по заданиям. Побочное. Осталось два побочных. Давай, вот 3-4 шага. Нелов-то. Все прям близко. Очень-очень близко. Здоров, чувак. Я не волков, когда ты завалил. Аратак сказал, что Аурея... Да, было дело. Не надо. Не надо. Аратак сказал, что в конце она была исполнена синего света, когда меня гложет сомнение. Я хочу спросить ее совета. Лишь я смогу себе. Ну ничего, привыкну. У нас много дел. Опасное дело. Да. Зато можно отвлечься, так что... Так что, полагаю, я благодарю. Смогли их выследить. Чего хотела? Я очень надеюсь, что ты прав. Что Аурея добилась, чего хотела. Я в этом уверен. Она всегда добивалась целей, которые ставила. В песне поется, но хотя бы на миг перед смертью. Я не уверен, что достоин занять ее место. Аурея вдохновляла. Да ты чё? Что бы ни случилось, новые машины, бойня у барабана. Не знаю, хватит ли мне силы духа. Но ты же ее ученик. Значит, ты сможешь справиться с этим. Знаешь, я слух на ветер не бросаю. Тогда я обязан оправдать твои ожидания. Отлично. Я уже прикончила всех огнеплыков. Вот и все. Теперь от демона не осталось ни следа. Благодаря тебе жители зарубки вздохнут спокойно. Огнеплыки, все. Рада, чтобы... А мы-то как рады. Да, пожалуйста. Так, давайте посмотрим. Да, фильтры. Новые неактивные. Коллекционные предметы. Коллекционные предметы. Охотничьи угодья. Говорит с задания. Ладно, основное. Побочно. Дела.
вообще не особо хочется эти проходить. Ладно, с помощью электрической нити. Но нас повезет. Никуда не повезет. Так. Предметы, это что-то не тимет. Да. Пойдем, выйдем. Зону ожидания машин. Дальше машина вот сюда. Просто прямо, типа, короче, пройти. Прямо по дороге. О, давай-то сохранимся. Длинношей свободен. Ту-ру-ту-ту-ту. Три машины с помощью электрической нити. О, блин. Точно в цель. Не понимаю. Стрелять очень, извините, я тогда уйду. Так, нити мед. Где же? Машины. Ха-ха-ха, машин не видно. Ладно, какая-то очень безопасная зона. Так, вот так вот смотрим. Я слышу звук машины, но не вижу саму машину. Это вообще нормально? Заразите машину с помощью электрической. А, это длина шеи. О, там точно есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Там, где длина шеи, у нас всегда есть кто-то. Сюда зайду. Давай, иди сюда скорее. Бам! Засчитали, нет? Так, смотрим. Задание. Обучающее. Что у нас с моим нитеметом? Высокоточный лук. Рыскарей. Теперь мне нужно рыскаря. Три штуки. И предметы. Оружие. Татлы. Высокоточное. Это что такое? Так. Мне нужны рыскаря. Мазал, прикинь. Высокоточный лук, как. Сейчас буду уточнить. А рыскаря будут? О, ладно, этого не попал. Как я слишком быстро приближаюсь, конечно. Ладно, раз уж мы здесь. Все равно убрали всех рыскарей.
сердцем падальщика. Предметы, ресурсы, сердце долгонога. А, ну да. Падальщика. Все продать. Денег стало больше. Сердце рыскаря. Нужное так мне. Я возьму тебя. Езди на заре. О, тут куча чего-то есть. Это там. Нужно продать. Две модификации. Синих явно вообще нет. И взять вот эти штуки. Потом продать их, наверное. Так, кстати. Высокоточная стрела. Мне нужен подальше. Что это такое? Все забрали? Так, допустим. И где же мне их искать-то теперь, ребята? Возможно, нужно идти в другую сторону. Давай попробуем поговорить с смотрителем угодья, раз уж мы пока тут так. Ищем рыскаря. Как только увидим рыскаря, нужно его сразу активировать. Точную фигню. Так, высокоточная карха у нас. Это ветки 10 штук. Папоротник, папоротник говорит. Вот совсем не охотничье оружие, это. Но оно высокоточное. Может это просто тапнуться? Вот там. Так, стоп, подожди. Все, очень далеко. Только вот какой ближе, вот этот или вот этот? Так, а давай поставим еще руины и руины. И чё мы увидим? Медведи всякие. Это карта. Ермов, это чё? Это чё? Не волк, это тара-та-там. Хорошо. Да. Продолжаем. Знали что-нибудь о фестивалях? Не знаю. И не прочитал еще. Ни разу не был. Но посмотрим. Фестиваль в Москве, точно помню, такой себе. А про Брянск ничего не знаю. А про Долгопрудное тоже непонятно. А про Ярославль. А про... Ну, Ярославль, кстати, очень, наверное, самый лучший. После, конечно... О, что это? Серьезно, у меня тут не было активировано. Думаю о летнем солнце. Хочешь еще? Ты никогда не устаешь. Не хочу. Отдохну потом. Мне нужна передышка. Ну, я пока. Передышка. Мне нужно с кем-то поговорить. Лучшие охотники те, кто возвращается. И это да. Вопросы, походу, нужно. И вы не каждый. Так, ладно. И...
Пока это все, что я могу. Сможешь больше, приходи. Пока это все, что я могу. Так, хорошо. Задание. Коробка. Открытые дела. Два побочных задания. И... Сраженные зоны. И так, а чё, учащие задания? Вот ничего, лук, кархать мы. Так, это какое? Да ну не, не кайф. Странное обучение проходить. Давай лучше посмотрим, что у нас еще есть по заданию. Дела. Идите вдоль колеи. Вот это интересно. Карта. И у нас знакомство. Да. Мы отнемся быренько через всю карту. Колея. Так, отображаем путь. Посмотрим, рано или поздно это все равно должно получиться. Да? Тут след обрывается. Так, очень хорошо. Странно. Что-нибудь еще посмотреть. Есть? Так, это что такое? Какие-то пожитки. Пожитки. Тут разбросаны товары. И еще я вижу. Либо он упал, либо он упал. Что либо... тут произошло? Интересненько. Осматриваем место. Много крови. Плохо дело. Идем по следу. Вау. Идти по следу приятно. Это нужное нам дерево. Нужное нам дерево детектор. Сюда вот пойдем. Вот сюда вот зайдем. Больше крови не видно. Котлы. Наверное, он замотал раны. Или у него просто накончилось. Похоже на сундук работы озера. Но хоть след хорошо виден. Надеюсь, он в порядке. Так, след. Это нужно эту штуку видеть. Жадно. А эту штуку. Зовут мужик на телеге. Здорово. Как же я рад тебя видеть. Да, кто бы ты ни был. Кендарт?
Я подруга Джир. Да. Я подруга. А я муж Джиры. Она узнала, что ты пропал. Я пошел за ней. Налетела пища. И вот я красный, как жрец Карха. А по моему товару топчутся бизоны. Таким дураком себя выставил. Нарочно не придумаешь. Но может, ты подберешь мои бутылки? Те бутылки, вокруг которых ходят бизоны? Я не гордый простой бражник. И может, бутылок 5 этой браги Джири будут дороже меня. Ладно, чё. Бизон. Бизон. С одной стороны, да? Эй, бизон, берегись. С другой стороны, нет. Сейчас мы всех бизонов вокруг себя. Перехват пошел. Перехват прошел. Первый бизон мой. Может, ты не видишь сейчас? Как я вас могу? Как все происходит?
это железный сокол Кендрит. Охотница, спасибо. Да, отборнейшая брага озерам. И в стужу тебя согреет, и шестерни хорошо прочищает. Это потому, что ты... Что ж ты пошел, не подготовившись? Голос. Ну вот как бы тебе объяснить? От любви. Ага. Когда жена собралась уйти из жилы, я обратился к старейшинам. Заинтриговал? Нет, я и так уже вырыл себе ям. Зря я сразу не пошел с ней. Это я... Она сейчас в солнце. Я скоро пойду. Ну... Большая. Глаза б мои эту скалу не видели. Хорошо. Задание. Перейди к Жире, расскажите о муже. Отлично. Я, по идее, сейчас должен вернуться к твоей жене раньше, чем ты. Ну, пойдем к Жире. Интересно, Жира, потому что она немножечко... Строена. Аллегория такая некая. Ага. Сокращаем путь по максимуму. О. Давай посмотрим. Что вот здесь задание. Обучающее. Пламя горна. Огнемет, предметы, оружие, пламя горна. Интересно, получится ли? Я всех ей набил. О, вот так могу стрелять, да? Прикольно. Сейчас он еще вот тех вот шарахнул. Я думаю, это мы тоже засчитают. Я, прикинь, достал. Сейчас погоди, блядь. Классно, ты что за это получил? Ты же горишь. Бам. Подпалил птичку. Знакомство.
Пойдем к Джире. А, и за оружие нам опять предметы. Так. И раз уж мы здесь. Еще лук. Погнали. Будем делать приколюшные вещи. До тех пор, пока можем прикалываться. Просто не попадайся ему на глаза. О, нет, просто не попадайся кому на глаза. Что за чего, кстати? О, я могу сюда позвать коня моего. Здорово, конь. А куда делась твоя бутылка сзади? Пропил, что ли? Ну ладно. Интересно, без обжара мы далеко на нем уедем. Кушац, кушац. Стоять. Слезать. Ладно, тут есть. И. Электрический удар. Это что-то для кого-то. Потому что ты сказал. Электрический удар в самом свете ожиданий, не для расставаний. Я нравлюсь этой птичкой, этой птичкой не вернушкой. Давай, ну попробуй. Слушай, она очень близко попадает. Дело, что скорее всего мы уйдем. С ее зоны ответственности. Ну, может быть и нет. Кушать. Копточка отстала. Да, прикольно. Ах, еще 80 шагов скакать на лошади, а дальше, скорее всего, придется этим пешком. Через провода и только потом доставать. Да. Это же очевидно. Это же очевидно. Очевидно. Далеко ехать-то. Вообще законно, сколько оставляют людей ехать. Тоже как, не забывай об этом. Эх, там наверх. Интересно, кто пустил? Не хватало кого-нибудь покалечить. Слезаю. Ну ладно. Раз что настолько второй, почему не отдал мне? Ну, я знаю это место. Здорово! Искорка! Да. Не видала моего-то? Да видала. Я его нашла. И думаю, вам с ним будет о чем поговорить. Искорка. Я люблю байки. И выпивку. По тому делу и спорится. Все это будет. Кендерт хочет быть с тобой. Жили бабы, знают свое место. Их слова. Как это племя. Нельзя. Здесь всегда найдешь. Отлично, я закончил эту миссию. Интересно. Очень интересно. Предметы. Модификация. О! А пойдем все попродаем. Смотри, сколько хочешь. За это я тем денег не беру. Вот этому вот, чуваку. Вот здорово. Продать. Сердца вот эти все. Вот это все фигня. Я продаю потом в итоге все дешево, хотя это стоит дорого. Такие линзы бегемотов. Долгоногов, ловчих. Я потом же безденежно хожу. Столько всего заработал, как бы. Вот так вот, три. Раз, пусть остается. Так, я вот остается. Закон для быстрого перемещения.
Сообщение, продажа, бла-бла-бла. Зелье, оружие. Мясо, какие-то стеклышки. Вот охотничий лук, кархач мой. Нифига он мне. Не знаю, поэтому я не буду. Продаем дальше. Давай, модификации. Зеленый, все нафиг. Давай, давай, вот 45, вот этот меньше. Этот меньше. Этот меньше. Вот копья. И вот этот уходит. Класс. 41-11. Вот это остается. Уходит, уходит, уходит. Уходит. Ой, синий вообще кто-то записался сюда. 13 холода. 13 холода. Сильно прикольно, да, когда? 1 убираем нафиг. Зеленые. Вот они же всего 13, я никуда уже зачать не буду. Они уже слишком слабые. А это вообще 7. Вообще пофиг, все зеленое тоже убираем. И ресурсы. И ресурсы. Он не запил зубы. И он какой-то. Купить, ладно, окей. Если что, потом что-нибудь куплю. Или найдем изготовление. Так, невероятное задание. Невероятное задание. Вернись к Дэну. Ну что, Дэн? Сколько теперь просит за три скорости? Пойду, как тебе сейчас вернусь. Я уверен, тебе понравятся мои товары. Так, а куда это направо, да? У меня лучшие товары. Товары. У тебя лучшие товары. Ла-ла. Ла-ла. Не упусти шанс, товары перед тобой. Не упускай шанс, товары перед тобой. А сюда для бегуна. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. 1200 шагов. Всего. На моем офигальном офигенном скаку. Нет, это не зря. Это получается, это возвращается. Территорию Нора. Нора. Да, Нора это племя, все правильно. Чего ты прыгаешь не по дороге? Давай, давай, давай. Thank you.
все более усеяно бонусами. За бонусами ко мне. Если у вас есть бонуса, ну вот, начинается нормально. Серьезно, ты что куда видишь? Фига себе, ты глаза стой. Таким расстоянием так и будем стрелять, два дебила. Нет, только один. Ты мне немножко проиграл. Заберу все, заберу все, хватит, поехали до мужика. 300 шагов осталось, делов-то. Смотрите, просто кушу. Погнали. Жаль, конечно, заплачу. Дал такого, да? Ой-ой-ой, ты зачем-то слез. Зачем я это сделал? Еще немножечко. На помощь моей лошади. Все, лошадь ко мне. Вот так вот. И лошадь у меня. Не думаешь, да? Ты же не думаешь? Так ладно, все, просто стоишь, то есть передвигаешься. Я хотел на тебя садиться. 76 шагов. Венец матери, 55 шагов, почти дошли. Все ближе и ближе и ближе и ближе. О, костер. Класс. Обожаю костры. И 22 шага. Ну чё, чувак? Я нашла их, сам знаешь где. О, спасибо. Вернуться. Спасибо. Не бойся. Матриархи сейчас... Ты права. Песня... Я песни не... скупит. Ладно, окейшки. Мы теперь по... Это что такое? О, фигурка банок. О, и что тут есть? Это такое охотничье. Нора. Эти применения топливного элемента. Давай в обзорную точку пойдем, раз у нас тут близко. Я сказал, о, фигурка банок. То есть, ага, она тут рядом. Наверное, сейчас обзорная точка. Обзорная точка. Обзорная точка. Понимаю. Так, что мы можем сказать? Здорово. Здорово. Не, там, туда мы не добрались. Зараженную машину. Не добрались. Когда увидишь. Сразу поймешь. Ля-ля-ля-ля-ля. Если максимальные продажи. Миллиард. О, чуть не упал, прикинь. Есть варик выжить и не упасть. Да, вот он. Классно же, чё? Чё, куда? Туда вот пойдем. Пойдем до зоны точки. Жажда бессо. Привет, конь. Ладно, к тебе поеду. Тут как бы хоть недалеко. Вроде бы как. Она тебе будет сильно. Вот, вот здесь вот. И погнали. Слушай, аж 200
Черт, я забыл. Возможно, будут проблемы с местными обитателями. Залезай, чтобы все это увидеть. Так, едем по центральной дороге, правильно? Да, вот. Все, вот. Туда, где есть железо. Обзорная точка. Ну это типа где-то здесь. Где, непонятно. Это типа точно нужно куда-то наверх лезть. Возможно. Да, все, вижу. В этот раз все получилось сильно проще. По крайней мере, что касается просто определения. Пока не вижу. Пока не вижу, все вижу. О, большая ямка. И раз, мы здесь. Просто это есть точно мы на верном пути. Опаньки, и тут наверх. Раз, два, три, четыре, пять. Лезем мы наверх опять. Да, там лезем, получается. Допрыгнул. Оп, еще допрыгнул. Берем свои бонусы. Нужно собрать вместе эти сообщения. Нет, 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 нет.